В набор постарались включить самые необходимые и полезные продукты – масло, молоко, консервы, мясная продукция. Все свежее исключительно от местных производителей. На просьбу благотворительного фонда откликнулись 5 предприятий. В планах Ковчега сделать такую продуктовую помощь регулярной. Как правило, в семьях, где воспитывается ребенок с инвалидностью, работает только один из родителей. Поэтому такой материальной поддержки мамы были искренне рады. Возможно, скоро появится возможность помогать не только продуктами питания. Предполагаем открыть фри-маркет, бесплатный магазин для детей инвалидов, то есть обеспечивать какими-то средствами реабилитации, обувью, колясками, то есть вот на базе фонда. Наполнять, да, спонсоры, сами родители, потому что, то есть у кого-то невостребованные вещи так и остались. Вырос, да? Вырос ребенок. И у кого-то лишнее что-то появилось. То есть за счет спонсоров, за счет самих родителей.